Всем привет, друзья! С вами снова я, Белый Копатель. И как вы видите, сегодня я буду искать с XP ORX. Также сегодня мы ищем вдвоем. Андрюха ищет с Минилап и Quinox. Но прежде чем начать поиски, я хочу порекомендовать вам один интернет-сайт. Это сайт «Монетная лавка», на котором вы сможете приобрести всевозможные тематические наборы монет. Уже сейчас вы можете заказать наборы монет на такие темы, как «Великая Россия», «Военное дело», «Музыка», «Спорт-кинематограф», «История» и другие. Также компания «Монетная лавка» предоставляет возможность изготовить индивидуальные монеты на заказ. Друзья, рекомендую вам заглянуть на данный сайт, где вы сможете приобрести что-то или себе в коллекцию, или в качестве подарка друзьям. Ссылку на сайт «Монетная лавка» вы найдете в описании под видео. Также не забывайте, друзья, добавляться в нашу страничку «Кладоискатели и нумизматы» ВКонтакте и подписывайтесь на мою страничку в Инстаграм. Пожелайте нам удачи, мы начинаем поиски. И для тех, кому интересно, я покажу, на каких настройках я хожу сегодня. Так, сегодня я буду ходить на 4-й программе. Дискрим не меняю, чувствительность не меняю, а вот частоту поставлю высокую. Вот, собственно, и все настройки. 4-я программа, CoinDeep, частота 54 кГц. Далее, громкость железа включена, скорость 2, дискрим 7, чувствительность 90, частота, все. Вот такие настройки. На этих настройках я сегодня буду вести поиски. Такая вот штучка. Набалдашник был. Пугается гирька. Какая шайба. Цвет мета кусок. Хорошая медная шайба. Монета, имперочка, судя по всему, 2 копейки, 2 копейки из поздних Николая II или Александра III. Да и не показывала. Проволочка алюминиевая. Вот такая опять кусочек. Гильза. Пятьдесят шесть.
Ага. Мусор пошел. Пулька от мелкашки. Нет, осколок гильза. Загнула пряжка в сборе с медным язычком. Девяносто три, 95 было. Пуля. Канина маленькая, сломанная, видимо. А здесь поле, да, такое чистое. От часиков или от какого-то механизма. Бзынь. Копейка. А ты говоришь не звука. Рыжая. Копейка советов. Ну вот одна была на всю.
теперь в лес со спокойной душой. Медяха. Калыш? Или одна, вторая, мне кажется, или что-то другое. Какая-то имперка прям на дороге. Может, одна, вторая. Кажется, они поменьше. Ванночку, блин. Ванночку. Где-то даже надпись видел. Да она была. Была. До того, как вот туда щелчись. Пуговичка, гирька. Вылезли мы из леса. А? Ну да, медная, но был какой-то рисунок. Плохо видно. Причем это вон, симпатичная. Ага. Только без рисунка и маленькая. Материал такой, бронза это, оловянистая, или как она. Пуговицы есть, где деньги? Да, надо перекурить мне, что-то нихуя. Остатки бубенчика. Свежак. Это что за калибр такой? Обломок крестика. Петина, пятачок. Только что-то его весь покоцало. Еще одна железка. Андрюха юбилеечку копнул. Это... как он там? Короче, не помню как. 67-й год, что ли, юбилейная серия там у них. 67-й, по-моему. Да? Ну, не помню, к чему приурочен. Там вся серия, все номиналы, все такие.
67-й. 67-й. Это получается 50 лет этого. 50 лет советской власти, вот что. Там полтинник с Лениным. Угу. Нормально. Я смотрю, 10 копеек какие-то. Я думаю, иностранец, что ли, какая-то, да, вылезла. Ну вот. Вот, приятно. Приятно. Вот пойди, угадай ее здесь. Ага. Только пройти. Так, друзья, вот я не помню, показывал или нет. Фонит орк рядом с эквиноксом. Да, эквинокс не фонит, мой фонит рядом с ним. Андрюха может настроить, отстроить. Я вот не знаю, и кто знает, если как можно на орке отстраиваться. Я, честно говоря... Ты от электропомех вырубаешь? Да? Да. Вот сейчас он шкалу прогонит. Меньше. Хотя было тогда лучше, да? Только мы лучше отстраивались. Пока отстраиваюсь, тишина. Да-да-да-да. Поближе надо. Ну, в общем, уже удобоваримо. Хотя бы вот на таком расстоянии не пищит. А то вообще не подойти. Здесь тоже же есть сдвиг частоты, но я, честно говоря, не добирался еще до этой настройки, чтобы сдвигом пытаться убрать поменьше. Так, друзья, ну вот итоги. Пряжка, какая-то ложка, медь. Пуговицы, гирьки. Одна здесь с прошлого раза. Одна где-то темная еще, я ее не достал. По монетам 2 копейки Николая, копейка Советов, 1/2 и пятачок. Вот поломанный крестик, тоненький. Вот эта вот штучка, похожая, Андрюх, смотри, как на... Думал, перстенек, но не перстенек. Какая-то вот эта вот байдовина. Вполне от колокольчика, конина. Вот, кстати, мне тоже что-то попалось. Вроде не свинец, но тоже тяжеленькая. Вот, по-моему, тоже пломба была свинцовая. Это не свинец. Вот, вот свинец кусочек. Вот какая-то медная. Она даже по весу этот тяжелее. Штукенция медная. И пуля, главное, подскажите, вот от чего это? Это какой калибр? Как, что за ружье было современное? Вот такая вот. Такой набор сегодня. Это помимо откровенного мусора, пробок. Да. Пробок, гильз. А, что там еще у нас было? Проволоки алюминиевые, это я уже скинул. Так, ну все, друзья. Как всегда, ставим лайки. Андрюхе спасибо за компанию. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик, чтобы уведомление о новых роликах вам приходило. Напишите, у кого какое лето. Вот у нас лето, я вот водолазки, сейчас зимнюю шапку снял. Только снял, да? Да, только снял. Да, я думаю, оно везде такое. В общем, пишите в комментариях. И вступайте в нашу группу «Кладоискатели нумизматов» ВКонтакте. Я думаю, если это видео еще успею выложить, то там у нас проходит конкурс. Среди фотоконкурс среди кладоискателей. Мистер Удача 2019. Если что, ныряйте. В описании должен быть ссылка на меня. Можете подать заявку на участие. Всем покедово. Всем пока. Друзья, минутка в мире животных. Флоры и фауны. Смотрите, это саранча, по-моему. А где-то на юге она там злорадствует уже. Или кузнечик все-таки. Кто у нас там по насекомым спец? Но в одиночку саранча не может быть.